Говорили на заседании о трагичных последствиях жаркой погоды. Только за минувшие выходные на водоемах республики утонули 6 человек. По сообщению председателя Государственного комитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамина Петрова, несчастные случаи произошли в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Канашском, Красночитайском и Маргаушском районах. Всеми фактами занимаются правоохранительные органы. Однако уже известно, что в большинстве случаев утонувшие купались в непредназначенных для этого местах и состоянии алкогольного опьянения.